на старости-то лет решил полетать над каньонами. Конечно. Но и в то же время адреналин хлещет. Так, это у нас Татьяна Алексеевна там. Да. То есть можно чуть ли не на месте зависнуть, да? Я-то прыгал Т1-8. Вот это да! Ну-ка! Вот где мы летим! Вдоль стен! Ну, пошли! Вот это да! Давно я хотел на такой хрени полетать, но я все думал полетать то, что винт сзади, с мотором. С мотором там более шумно. Да. А это только ветер в ушах свистит. Но красота какая сверху. Это не то, что стоять над обрывом смотреть. Можешь развернуться. Ясно. То есть могли бы долететь и до этой, до арки дружбы, да? Да, просто что там сейчас минус, будем тогда вниз приезжаться. Ну я понял. И они сейчас должны контролировать постоянно это снижение. Поток. На второй и на третий раз уже было страшно. Реально страшно, когда под тобой бездна. А тут, когда он раскрывается, пух, лопок такой. Там надо поправлять лямки. Думаю, не-не, я не буду двигаться, пусть я лучше буду так и приземлиться. А вот туда мы можем прилететь?